Спорт объединяет. Впервые в Иванове стартовала спартакиада ГТО среди ТОСов. Спортивные мероприятия – важная часть жизни каждого из многочисленных территориальных самоуправлений. Но обычно все они проходят внутри микрорайонов. На этот раз есть возможность разным ТОСам посоревноваться между собой. Впервые проводится спартакиада среди ТОСов. И тем самым они заявляют то, что они ставят как раз цели здорового образа жизни. Они показывают это на своем примере. Они подтягивают сюда наших детей, молодежь, показывают тем самым, что они могут не просто, не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать, заниматься спортом. А это как раз спорт и физкультура, а это как раз и способствует и здоровому жизни, и отсутствию заболеваний. Вот. А именно такие люди, вот будущее здоровое, здоровая нация, она нужна нашему городу, нашей области, нашей стране. Программа в лучших традициях ГТО. Бег на короткую и длинную дистанции, наклоны со скамейки, подъемы корпуса, отжимания, подтягивания и, конечно, прыжки в длину. Принять участие могли все – и взрослые, и дети. Спортивный норматив для каждого возраста свой. А в итоге для участников это возможность не только получить знак отличия, но и помочь своему ТОСу победить. Давно уже не прыгали. Тело требует уже вот этого всего. Прыжков, подтягиваний, бег. Это все, естественно, нужно. Без этого никуда. Соревновательный, конечно, интересно. Вот мы соревновались в парке 905 года, выиграли теннисный стол наш ТОС. Мы первое место заняли. Естественно, интересно. Сейчас, может, тоже что-нибудь выиграем. Всего в областном центре 46 территориальных самоуправлений. На соревнования заявились только 5. Но это пока пробный шар. Организаторы уверены, когда спартакиада станет доброй традицией, участников будет больше. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.